Золин Иван Леонтьевич, заместитель командира эскадрильи 242-го бомбардировочного авиационного полка 5-й резервной авиационной группы Южного фронта, старший лейтенант. Родился 20 июля 1907 года в селе Ключи, ныне Суксунского района Пермского края. С 1941 года на фронтах Великой Отечественной войны. За время своего участия в войне Иван Леонтьевич Золин совершил 28 боевых вылетов. 23 сентября 1941 года самолет Золина был подбит. И тогда летчик направил свою горящую машину на переправу через Днепр, на которой находились войска противника и боевая техника. Уничтожил переправу Иван Золин ценой своей жизни. Наш земляк посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза и награжден орденом Ленина и медалью «Золотая звезда». В поселке Суксун в честь Ивана Леонтьевича Золина назван парк и установлен бюст. В Ключах названа местная школа. В селе Усть-Кишерть именем Ивана Леонтьевича Золина названа одна из центральных улиц.